Хила? Вой. Танк. Тринку на хила, Джи. Хорошо, Новик. Успокойтесь. А, еще, подожди, Леха. Я пока пойду поискать людей. Так. Держу в центре его. Что-то не кидай. Я релок сделаю быстро. Давай. Что у тебя? Да. Старгейзер тоже делай сразу. Не очень долго. Я понял. Подождем. Не, надо мне. Ладно, точно. Нам бы туда подальше, либо Холи Приста, либо Эршаму найти. Эршаму у нас два уже. Три. Ну, вот у тебя в группе. Все, теперь вижу. Я... Тем громким вдох резко стал. Всегда таким. Не-не-не-не, не был ты таким. Ты меня прям сейчас глушишь. Да, у меня, блин, наушники. Понятно. Давайте, пока рибав, дайте по роге. Ставлю рыбу. А я великор. Надо рыбу. Каких гоблинов сад. А чем тебе гоблин-то не пойди? А с гоблином не дружит. Они в этом не... А гоблина у них. Спасибо. Я зашел. Вроде бы. Так, что там, Стар? Тимыч кидает? Ну... Не кидается? Не-а. Ну-ка, подожди. Да нахуя вы, сука, лутаете, блядь? Чё ты, блин, там... Что ты орёшь? Ты в 4 и зайди заново в игру. Ты пугал, блядь. Да. Долара не садит. Всё. Тимыч, эй, зайди заново. Сейчас я захожу. Хорошо. Будет хорошо. Так, вот тыкнулся, всё замечательно. Райдер. Вот. Зачем? Да. Где? Центре. Райдер. Вот сюда. Вот. Все вокруг встаньте. Рейндж 10 наберите. Ребята, если выпадет триня будет ролиться топ-5 плюс 200к трэш. Ну, плюс-минус. Трэш светится обязательно. Просто бить в босса в одного нет смысла. Ну, танки. А вот мишки танку, например, ролите. Паролите.
Да, потому что она мне агро дает. Так. Райдер, паролишь. Ролит. ДД на танков будет ролить, да. Насчет Геры, когда будет Гера? Сразу или потом? Ува. Вовка, стой. Гера. С пула. Хорошо. Все. Что там старт по времени? Там хватает. Окей. Все готовы? Все готовы? Ради рейндж. Рейдер, иди в центр, в самый, вот где тирамису стоит, там стоять будешь. Вот что здесь-то, да. Вот тут вот ты его будешь танковать. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренор. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик! Ну что ж, герой, хотите узнать, сколь могущественно племя короля? Трэш сыграли. Давайте трэш фигню заливаем. Десять секунд. Трэш приготовит. Собрали в трэш. Приготовились, трэш выходит.
Трэш. Сыграли. Трэш удалили. Где на ману? Спирал. До трэша готовимся. Трэш выходит. Сыграли в трэш. Геймер, помогу, братов, дайте. Трэш приготовил 5 секунд. Вышел, трэш, сыграли. Две тринги. Блять. Я забыл поменять лут. Отказываю. Мы похороним тебя, как подобает. Поменяй лут сразу. Рядом с матерью и предками. Да, первый раз это еще ладно, второй раз уже что-то. Забыл про него. Все, я открыл. Пришла, одна мне пришла. О, это спина у меня. Тогда. А, ну все тогда. Пластику, блять, в ущелье той. Ну пластик вообще прям четко упал там у нас. Вайку не сагайте только. Слушай, итог. Все-таки я фуриков обставил. А эти. Плюс 10 сантиметров тебе. Да дело в ту сторону. Должны были меня обделать по-любому, а. Чем это в ширину? Они намного больше нанесли зато в трэш. Я не успел, не успел свичнуться, понимаешь? Вот ты еще и спалился. Если бы сдох. Но все равно. Печаль трава. Вон, Дедекс Тупим вообще в два раза больше тебя нанес в трэш. Так, я сейчас просто видео напишу, потом обсуждаю. Ну что написал? А у нас. Дальше смотрю. ШПшка 146. Скелет 108. Варкил 260. Дедекс 380. Старгейзер 90. Чучелон 400. Тихо. 370. Ну и ладно.
ДД от ДД отличаются, как бы, это понятно. Ну, в принципе, нормально, свичились все, это радует. Трэш, заберите. Я понимаю. Рейдера напуливайте весь трэш. Мне еще 900 килов надо. Крепись, Лёх. Три похода и нас. Смотрите, пожалуйста. И лут в ван. Поставь, пожалуйста. А, ты... Ну, поставлю. Кстати, это занимается. Это не из-за лута. Предлагаю честности и контроль. Даже бог ты который. Алло. Лёхи просто. Скай. Да пошёл ты, ты боишься. Ходишь, еду. Справа, да ладно, рассказывай, пуха. Там вот, что-то с 8-го ЛВЛ. Так, давайте. Все, давайте. Че? Врывайся. Масло. Трэш. Все стоим здесь. Тяните маленьких сначала. Собаку только не сагрите. Давайте сюда его ходите сразу. Ну как вы собаку туда, блядь? Сказал же, блядь, не сагрите собаку, выйдите сюда! Все под собаку. А уезд. Залим рейд. Василий, рейд.
отнимаем папку. Пещеный хулипал. Вторую собаку сюда ведем. Выводим, выводим, выводим. Вот, справа тяни. Райдер, стоишь же здесь, ждешь трэш. Зашли все внутрь. Трэш на поле или на райдера? Забейте этого мелкого. Сюда я сейчас. Так. Слишком далеко. Трэш. Встали все в уголок. Райдер, тяни большого этого. Залил. Можно по имени Кефка? Да, можно.
Заходим, ребафаемся. Рыбу надо ставить, нет? Фу-то, что ты так орёшь, блядь? Не обязательно. Ничего не надо. Орёшь. Нет, просто вы... Просто кто-то орал. Так, Райдер, на бойся. Войд. Водишь. Следний. Сейчас все придут, проведу РЧ. Сейчас паладин у нас попросился отойти. Не-не, я тут, я каски балтаю. Все, замечательно. На присутствие. Лёха, скелет, что не так у тебя там? Он написал, что адументавк. А, окей. А Стёпа... Не будем просто так ему КД ставить. Кому? Степе. Не будем. Ок. Я бы с удовольствием взял, вон Джакунда есть и... Ну смысл? Ребятам надо идти с самого нуля и зарабатывать ОД и... Может выпадет что-то. Так, я еще, наверное, пару боссов. На присутствие? Да. Сейчас скелет остался только. Так, по тактике, ребята. Все ДД, РДД и хилы стоят под боссом. Void Defender забирает больших слизней. Получает 5 стаков, мы расходимся, он взрывается, подошли обратно, все бьем. Тактика здесь очень простая. Юля, что ты так к нему критично? Тебе не нравится ДПС ВВ? Нет, я про Войда. Она как бы прям так лаконично сказала, что с ним будут делать сейчас эти слизни. Ой, посмотрим на следующем боссе. Ты понимаешь, что там тебе придется танковать. Лёха, скелет пришел. Да, он там он сбрасывает. А, сбрасывает, да? Все, ребята, давай. Ребята, могу взять мага. Не надо никого брать. Подошли все под босса. Войд, давай отчет.
прям под фокус не встанете. Все равно завтра Пасха. Все, начинаем бить. Стоит не под боссом. Потому что. Отличные новости, народ. Так. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Можно. Подведи обратно его. Отличные новости, народ. Все норм. Забери его. Зачем его диспелить? Не надо здесь ничего диспелить, ребята. Забудьте про эту кнопку. А кто диспелит? Ну, я просто видел, что на шамане сейчас была через 3 секунды он спал. Забери. Один на ману. Подведи обратно. Пою. Спел. Приготовились. Отошли все от босса. Отошли все от босса. Т4 прожми. Заебись. Рейдера. Войд, забери на себя босса. Барю рейдера. Угу. Прохил рейдера. Все под босса встали. Рейдер, забирай босса. Вой дальше. Уводи, Войд. Слизни. Слизни уводи. Дал гимна хп. Спасибо. Второго слизня будет. Дайте им так помогу, братан. Снова потекла. Лепочка вонючка. Слезну. 4 стака. Ой.
слизня. Отошли от босса. Быстро, быстро, танк ушел, Райдер. Подошли обратно. Добиваем. Из лужи вывели. Убеги немного. Не бываем. Ой-ой-ой. Ой, шея бисевая. Но есть и отличные новости. Только не на мишку. Хоть плыви по ней в круизы. Хабардается. Какая танку, ты чё? Да-да, ролик. Тупо кастерск. Фиговая шея, по идее. Дэн, вставай. Хэбля. Дэн уже уснул, походу. Там лут с первого босса разрулить не пора? Да-да-да. Это кровь. С первого босса осталось... А кровь была, кстати, да. Да, да. Крови. Давай, линкани кровь, сразу пароль отпусти. А кровь вот была? Кровь. А я, блядь, не могу, она 8 лет. Давайте. Кровь ролим. Понятно, кто победитель. Квинси отдаю сразу две крови. Отдай. Мастер Лу сейчас на Квинси сделаю. Да, я же не могу нихуя. А что это кровь дает вообще? Грань. Все? Забрала? Да, щечки да. Может, как индейцы. Так, дальше. Кто у нас здесь торги? Ребафнуть профи харда, варкил, вставай. Хорош лежать. Не встает в упор, Вов. Я его резал уже какой раз подряд. По КД просто. Топор ему фига в жопу засунул. Гоу, я тоже буду его резать, может треснется. Ну давай вдвоем будем резать. Вы как сатану уже призываете, блин. Данчика призываю. Старгоу тоже будешь его резать. Ой, это с лутом морально. Кстати, такое прикольное наблюдение. У меня мана резается ровно в таком количестве, сколько требуется на масс-рез за время его каста. Ну, не на масс-рез, а на это, на воскрешение. Ладно, давайте идти сюда. Войт пока не знаю. Поэтому я тебе говорил, что зря ты ставишь десятку и двадцатку в один день. Последний я устал уже, я раз 10. Надо ну, больше лесну. Посмотрим. Я пока тебе сказать ничего не могу. Так, рейндж набрали. Вот видите, два шамана поставили тотемы. В эти тотемы сбегаются РДД. Я тебя услышал, Фикс. Так, РДД набираем рейндж 10. Одна спора должна быть в мили-зоне, две споры должны быть одна в одном, слева одна справа. Не слакаем с этим, выносим споры.
Все, давайте. Хилы там. Постой. Еще не подошел. Я пока расставляю, чтобы рейн 10 и все сделал. ДБМ пул сделай. Чего? ДБМ запулю. Да, ДБМ будем пулить. Первый начинает у нас Райдер, потом захватывает Войд. Держим не более 5 стаков. Смотрите, можно на 3 поменяться. Как пробивать будет. Первую сферу не выносим. С пула даем Геру. Заливаем максимально быстро, а потом слушаем. И когда вам говорят, сферы посмотрели, распределились, кто куда бежит. Не надо в одно место все сферы сносить, пожалуйста. Особенно это к миле относится. Две сферы могут появиться в миле, и одна должна выйти оттуда. Варкил, не знаю, наверное, спит. Меня тоже так вырубает. Все, рейндж набрали. РДД. Милики подошли к танкам. Встали перед боссом. Танки за босса. Нет. Блять. Сальдан. Красавцы, кто с пулей? Я с пулей. Так. Сука, мутят под меня. Блять, да что за нахуй ты с этим? Это не нужно определиться. Какие-то средние коптеры. Ну, некоторые люди без... Сфер, блять. Какой ДБР? Вынесли одну из мили, вынесли одну сферу. Выносим сферу. Что за? Заебись нахуй. Левый, блядь, правый тотем. Видите разницу? Войд в ДД пойдет, а кто будет хилить тогда, если он пойдет в эту? Мертвец! 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 Бабочка! Войд в ДД, скелет, давай в танк. ДПС и так хватит. Спасибо, Хамас. Лог в Дискорде? Да, в Дискорде, он в Дискорде. Если он не будет сбегаться, блядь, то будет, сука, вайп. Скелет, я знаю.
Текст последний, да. А, ребята, у нас еще ДК может танка. Какой? Раштар. Не надо. Я могу танк. А вы можете, нам ДПС надо, можете. Кто ДПС выдает, блядь, тот в танк собирается, нормально. Ну да. Я не знаю. Давай, наверное, тирамису ты в танка все-таки, а скелет в ДД останется. По нанесенке он побольше на третьем месте все-таки. Вов. Да. Есть три абсолютные пыли? Ну, когда, пожалуйста. Все, у меня есть. Чего надо? Шах, я понял, я сейчас к тебе подойду, дашь мне, пожалуйста? Это кто, кому? Престу, сейвей. Три абсолютной пыли нужно. Да. Ну, Лёх, сейчас я говорил, что тебе надо? Добежим. Все, Вов, уже порешали, если это все. Угу. Да нет, там что-то Лёха говорил. Давайте фулл ребаф быстренько. Встаем по местам. Показываю. Ребята, смотрите. Запоминайте. Вот. Левые тотемы. Вот он, левый тотем. Вот он, правый тотем. Вот здесь вот посередине будет. Вот тут вот посередине. Это средние тотемы. Сюда не выносим сферы. Выносим вот в этот крайний. И вот в эти крайние. Вот сюда вот. В средние не надо бежать. Но потому что люди сидят и смотрят на вас. Что? Под босса хай ставят средние, бля, да и все, никто не будет туда бежать. Ну да, средние под босса тема. Так, приготовились танки, на исходную встали. Войд, дай отсчет. Можно касочку пристам обновить? Я не успел, наверное, спасибо. Гуляй. Так, кто второй танк? Второй танк. Стоим. ДПС. ДПС. Где вы? Сэвэ, тебе чем надо? Время Нуншу, что за вышить? Дай иди на хп. У меня еще КД одна минута.
Что, Анхолю, приз... Да давай... Сфера. Все. Прохилили его сразу. Кстати, а вот... Ну, вынесите. Вынесите. Ебаные лошары, блядь. Друид, ебан. Правильно ты дал? Я там пол рейда. Меток сколько? Все выни. Сколько меток? Если вам сказали, блять, вынести, значит вынести, блять. Сошлись с метки. Вы метки, блять. Поставь его по центру. О, норм. ДПС. Все. Да, все. Короче, все. Я и понять не могу. Все такие тупые 250 или что? Похоже, да. Которые к нам подошли в рейд. Это вообще в шоке я. Удивлен, честно. Встаем в начале. Разруливаем. Всем спасибо. Дальше нет смысла идти, если мы на это вайпаемся. Согласен. Что там будет? Ребят, Твинси кровь нужна. Я понимаю, что Твинси нужна кровь. Может, завтра заберем. Ну, бля, ну такая тупость, а. Если люди не могут вынести сферы, которыми говорят и анонсят, и не могут подойти получить стак этих гремучих сфер, дальше смысла нет идти, Твинси. Не, ну что-то как-то... Ты здесь меня понимаешь. Я ничего не просила же. Я перед тобой просто это, как бы... Не-не-не, все в порядке, ребят, вы что? Что за босс у вас такой сложный? Чему босс не сложный, люди сложные. Нет, чему-то добиться. Я что, тут типа один, блядь, что я должен выносить? Да вынеси, блядь, видишь, что, сука, на тебя пиздец. Я больше нахуй хуй пойду с гильрейд, понятно? Дайте нахуй вообще. Кто сказал? Ты за базаром следи, понял, нет? Ну что ты мне сделаешь, ты, сука, чепишь? Так, все. Блядь, ну что я не беру? Угомонитесь, блядь. Дети маленькие. Ребята. Блядь, а хуйной страдаете, блядь. Так, завалите ебальники, дайте слово, ГМ. Роллин кольцо. Анхоли Прист 87, подойди к прот... Звезда нет. А 92, Штормхолл. Обмен.
Ладно, ролим ноги танковские. Рейдер 71. Тебе не надо, Войд? Чё? Дон пишет, чё? Да ну чё, чё? Кань, ролим. Крит с хоста. Лок, ты безунчик. Он абсолютно идентичный, как зовут. Нет, Лок, один это не сто. Чучело им. Трейд. Дальше. Стар, линкуй. Да, я тут. Лата. Да. А, не то, да? Я же по боссам скидываю тебе. Давай, давай. Что ты затеял? Сейчас пиздел до этого, а? Да хватишь ли вам, блядь, угомонить? Успокойтесь. Хорошо. Ладно. А, нет. Кольчужные ножки. Нахуй это. Никому не надо из Аршам. Штром. Ну, даже поладить, что не западло. Все. Подойдет. Лук ролим. Ханты, приор. Я смотрю прям все роли. Ну да. Че? Райдер, ты носишь лук. Ну все там дрол, я думаю, печеньку. Пары, не надо вам лук. А он не идет на нас. Я его продам. В смысле продашь, он что, этот? Профи хард, давай обмен. Давай. Кто ж там такой сейчас выебывался, а? Лёх, успокойся. Тоже интересно, Лёх. Очень интересно. Блядь, взрослые дядьки, блядь, сидят. Я потом тебе скажу. Так, все, давайте сейчас разролим все, а потом пообсуждаем. Правда, рейд, блядь, пожалейте нервы, Вова, он это. Давайте, кольчужные ролим. Ханты, шамы, энхи. Зажрались, смотрите. Шамы не надо никому. Шамы, пол, давай, троих. Третий спек одеваем тебе. Четвертый. Все собраны. Что там следующий? Кстати, Вова, дам совет. Ну да, когда занролишь одну печеньку на деньги, а? И так одну печеньку будем анролить, ребят. Где триника нахер? Колечко ролим. О. Медведя. А-та-та-та-та. Райдер ТДДшная. Нам на ДД ролит, ему на танк нахуй ничего не надо. А чё тогда Латан там-то ролил? Так. Тише. Тише. Роштар и Рейдер. Рерол. Роштар, трейд. А оно ДК не заходит вообще. Тенечки на кольцо. Это... Варом и мишки. Мишки, ну, второе ролим. На мастерство. А, 90. Хрен вам. Скелет трейд. Сейчас подойду. Иду. Кто по звездочке, кто там? Звезда. Так, ну что, ребят, вкусняшка. Ролим. Хилы. Да все в пизду. Удаляй, пацан.
Квинси, подходи. Хил самый топ. Бывший да. Сезон КВС. Что там следующее, Лех? Печенька Анролан. Одна. Больше ничего нету, да? А две печеньки были одинаковые. Да, подожди. Разные печеньки были. Одинаковые, одну Анролан выбрали. Шея разные, на разные. Они разные были? Да. Печеньки разные, да, Лех. Выбирай одну на Анрол. Все, вот это все весело. Самое главное. Ребят, вот все расход, да, короче. Флащик ролим. Вова, расход, если что, я пошел. Да. Сайвей, трейд. Не, мне вообще... Ролим. Я примерно знаю, кто будет сейчас ролить. Райдер, да? Нет? Давай, трейд. Все, всем пока, спасибо. Давай. Спасибо тебе. Сайонара. Чест танковский. Ребят. Никому не надо, что ли? Зажрались танки, так. Зажрались. Райдер 69. Райдер, он тебе нужен или тирамису лучше отдать? Давай тирамису трейд. Пинси, пинси. Шея танковская. Войт. Подожди, два танка было. Так? Они на кого рулили? На танк или на ДД? Один. Я хоть на кого-нибудь пытаюсь. Срулить. Не, подожди, я-то не имею. А? Оба. Оля. И дай кинер. Если жалко, блин, ё-моё, такой... Ролим. Ок. Анхоли приз 90.